На набережной Чебоксарского залива прошел Кубок России по спортивной ходьбе. Чувашию представляли 39 ходоков. Шестерым из них удалось подняться на пьедестал почета. Гостями состязаний стали олимпийские чемпионы, представители Российской Федерации легкой атлетики и Международного комитета по спортивной ходьбе. Подробнее в следующем сюжете. Чувашия всегда славилась своими ходоками. Наши скороходы не раз представляли Россию на Олимпийских играх и даже входили в число победителей и призеров. Многие из них приняли участие и в проведении кубка. А олимпийский чемпион из Италии Маурицио де Милано приехал в Чувашию с особой миссией. Я с удовольствием приезжаю в Чебоксары, тем более, что у нас большая совместная работа с местным оргкомитетом из Всероссийской Федерации легкой атлетики по подготовке чемпионатов мира, командных чемпионатов мира по спортивной ходьбе в 2016-2018 годах. Кстати, с 2016 года организаторы планируют переименовать Кубок мира по спортивной ходьбе на командный чемпионат мира, который также пройдет в Чебоксарах. Собственно, соревнования прошли в один день. Почти в каждой из возрастных категорий в числе победителей и призеров были скороходы из Чувашии. Так, мастер спорта Клавдия Афанасьева сумела опередить своих соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала. 10 километров она сумела преодолеть за 45 минут и 31 секунду. Готовилась на этот раз сильнее, чем раньше. И предыдущие победы у меня были... Я призер соревнований всероссийских, чемпионат России. Надо отметить, что среди женщин борьба была очень напряженной. Марина Пандакова и Алена Храмова, хозяйки трассы, до последнего боролись за лидерство. И все же более выносливой и быстрой оказалась Марина Пандакова. Именно она стала первой. Но у Алены еще будет время побороться за золото на других соревнованиях. Правда, уже не в этом году. Это заключительные соревнования сезона 2014 года. Это скорее возможность кому-то еще реализоваться, кто что-то не сумел сделать в течение года. Ну и спортсменам на будущее задел, потому что здесь очень много юниоров, молодых спортсменов, кто, конечно, себя хочет показать и уже в следующем году. Следующий год будет особенно насыщенным для спортсменов. В Чебоксарах пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Тогда же состоится серьезный отбор на чемпионат мира 2016 года. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика.